вернулся в урву. Пассажирами в нем я и конвой. Приготовлен для суда заседаний зал. Адвокат одел костюм деловой. Привезли меня сюда на пустой базар. Я же знаю, это мне не впервой. И я опять туда пойду, чтобы встретить меня снова кореша у ворот. В небе ангелы беду не заметили. Вот такая вот душа у ворот. А в небе ангелы беду не заметили. Вот такая вот душа у ворот. Холодает и подруга метель. Мне рисует новый срок на огне. Не моя вчера была канитель. Только я не буду стоять в стороне. Просто помню у малолетки занятия. Просто знаю, кто же если я. Да просто в жизни у вору есть понятие. Точно так же, как в законе статья. И я опять туда пойду, чтобы встретить меня снова кореша у ворот. В небе ангелы беду не заметили. Вот такая вот душа у ворот. А в небе ангелы беду не заметили. Вот такая вот душа у ворот. Много лет прокурор, обрати свое внимание на мать, на ее сухие руки и взор. Да что тут все равно не понять. У тебя, наверное, дома жена барахлится и готовит рагу. Уводи меня скорее, старшина. Я смотреть на это все не могу. И я опять туда пойду, чтобы встретить меня снова кореша у ворот. В небе ангелы беду не заметили. Вот такая вот душа у ворот. А в небе ангелы беду не заметили. Вот такая вот.